Здравствуйте, ребята и девчата! Приветствую всех на своем канале. С вами Александр. И мы добрались до кузницы Кшатры. Кузница Кшатры была построена в темные века, когда боги жили бок о бок с людьми. Последователи Кшатры, бога металлов и союзника Ангра Майню, возвели эту крепость в недрах вулкана, где лучшие кузнецы ковали не знающие равных оружия. После войны меча мало кто осмеливался прийти сюда, поскольку поговаривали, что внутри все еще обитают почитатели князя тьмы. Творец Нергал выбрал это место, чтобы спрятать черный драгоценный камень. Моя задача — найти его. Так, значит, здесь. Сразу у кого недостающие зелья на 500, можно сразу подобрать. Сразу заранее прошу прощения, если буду издавать какие-то звуки ОРВИ. Я что-то приболел. Прям что-то конкретно. Очень надеюсь, что это ОРВИ, а не какой-нибудь там баранавирус. Грога! Опа! Головы не будут. Отравил меня, паскуда. Лобысь. Здесь. Если мы спрыгнем сюда... Здесь лежит средняя броня гнома и для амазонки огненный бог. Такая прям музыка такая напряженная играет. Музыкальное сопровождение, да? О! Здорово! Опа! Вот тебе и... Вау! Кому еще рок-н-ролл устроить? Тебе? Но? Что думаешь по этому поводу? Давай себе тоже хэви-метал устроим. Оп! Ага! Ха-ха! Думаешь, я поведусь на это? Оп-оп-оп! Не психуй, ну не психуй! Опа, заразил меня, гадюка, да? Паскудненький оказался чувачок. Так, тихо. Здорово! Опа! Надо было тебе тоже голову снести, да? Оп! Здесь у нас такая ловушечка небольшая. О-о-о! Скелетик бежит. Оп! Ух ты! Успокойся. Здесь нажимаем рычажок и быстренько отсюда сваливаем на вот эту платформу. Ну что, становится жарко, как в аду. Я думаю, что будет еще жарче. Возьмем корону, защита от огня.
вернее, сопротивление к огню она нам дает. Защита — это, наверное, сильно сказано для такого изделия. Успокойся. Здорово. Здесь огненный меч для рыцаря. Не скажу то, что прям хорошее оружие, вот это огненное. Да, оно красивое, но... Здорово. Че, с тобой так же поступим? Или как? Ну, щит у тебя, конечно. Ух ты! Заразил меня. Тихо. Не, давай-ка я тебе все-таки рок-н-ролл устрою. Тихо. Не, давай-ка его с таким щитом. Ага. Серьезный парень. Что ж такое? Тихо. Неправильно. О. Опа! Вместе с щитом. Получился удар ниже пояса, судя по тому, как он искривился. Вот этот Минотавр 12 уровня, он очень опасен на самом деле. Может убить с 2-3 ударов. Поэтому... Опа! А ты что ржешь там? А? Я посмотрю, как тебе весело будет. Ты что там? Охренел? Сейчас мне будет весело. О! Это было жестко. Конечно, есть у него удары посильнее, по-моему, гораздо мощнее. О, вот это, конечно, вот он. Псих еще тот. Тихо-тихо. Друг друга там не поубивайте меня. Замесили. Если же тяжелая нагината. Нагибата. Ну и звуки. Оп. Вот эти вот ребята могут сбить вниз. Поэтому надо здесь быть крайне аккуратным. Оп-оп. Кто-нибудь еще желает? Опа. Лучник. Ну иди сюда. Ну где ж ты там? Уже определить, что будешь делать. Стрелять или драться.
Так, здесь. Здесь. Вот, изогнутый меч, это... для рыцаря. Так. Здесь. Вот, лежит заточенный меч для рыцаря. Блин, что такое? В горле першит. Угомонись. Оп, и головы нет. Вот так и надо с ними поступать. Так, скелетоны пошли. Оп. Оп, тихо. Все, успокоились. Конечно, хорошее оружие для варвара. Это ледяной топор. Оп! Взяли ключик. Ключик мы взяли. Вот от этой вот, от этого замка. Здесь. Опа! Скелеты лучники. Здесь аккуратно. Перепрыгиваем. Оп, оп. Про эту секретик я узнал, по-моему, про самый последний секрет, который я открыл в этой игре. Долго я бродил по этому уровню в поисках того, зачем я сюда пришел. Ну, честно говоря, был разочарован. Мне казалось, что это должно быть лучшим оружием во всей игре. Судя по тому, в каких ебенях его спрятали. Но, к сожалению, это не так. Так. Значит... двуручный огненный меч. Так. Это не то я сделал. Как он там делается? Неплохой удар так-то, но... конечно, вторая его атака, которая называется вулкан, делается просто... делается очень долго. Ну, наносит неплохой урон. Come on.
Еще один. А ты откуда взялся? Тебя же здесь не было. Ты откуда мог взяться здесь, а? Зря ты сюда пришел. А может и не зря. Все, музыкальное сопровождение на этом прекратилось. Ну, теперь можно идти дальше. Все ближе и ближе куда-то там к огненной реке. Такое ощущение, что до самой преисподней тут рукой подать осталось. Так. Иди сюда. Да что такое? Опа! Нахлобучили. Так, ну здесь этот дурачок застревает сюда здесь. Вот такой грозный. В общем-то, впрочем, этим можно воспользоваться. Тем, что он очень тупой. Опа! Ха. Чуть было меня не пришиб, да? Не поможет. Все. Уложили спать. Здесь мы взяли ключ. Так, ключик мы взяли, значит. Так, здесь главное не ошибиться. Да, здесь мы перепрыгнем сюда. Ключик мы взяли вот отсюда. От оружейной. Тяжелая броня рыцаря. Никчемная дубинка. Боевой топор для гнома. Дальше. Там, значит, лежит зелье здоровья на 1000. Так, и что у нас здесь? Вот самое неприятное место, это вот это вот. Отлично, прошли. Можно упасть и свариться нахрен. Изверги! Отпустите ни в чем не повинных. Ну вот это вы зря. Блин, почему я рычаг не могу переключить? Так, теперь главное, чтобы эти два дурачка друг друга не поубивали здесь. А они это могут. Потому что они безумны. Спокойно.
Опа, опа, опа! Чуть сам не зажарился. Не надо этого делать. Мы не за этим сюда пришли. Так, тихо. Не вздумайте друг друга покосать. Надо сначала бы этого добить. У кого там поменьше жизни осталось? Например, тебя, да? Тихо. Блин, у него осталось 1000 жизней всего. Есть. Этот готов. Осталось этого приготовить. Все хорошо. Тихо. Спокойно. Все, кирдык. Опа, кто тут у нас? Зомби? Че ты задергался? Не надо дергаться. Ух ты! Тебе можем медаль за это дать. Что-то вы живучие ребята здесь какие-то пошли. Опа, какой грозный кажется. Так, мы еще спускались, теперь куда-то поднимаемся. О! Еще один погорелец идет. Оп. Так, там у нас зелье силы лежит. Нам оно ни к чему. О, тика, ты че, не надо так делать. Полеты как-то не приветствуются. Совсем не приветствуются полеты. Ты че стоишь тут, истукан? Так, слышатся еще кости. Кто костями перебирает? И че? Стоял, что-то меня смотрел. Ага. Кого мы слышим? Кто-то перебирает ножками. Прошу прощения, что да. Немножко тяжеловато говорить, в горле першит. Чаек с лимоном сам отто сейчас. Что-то выпил, что-то съел и внезапно околел. Опа! Так, вот на этом месте, кстати, бывают баги. Насколько я помню, раньше были баги здесь. И игра просто может вылетать за пределами вон той двери. Поэтому здесь мы сохранимся. Так, куда будем сохраниться? Сохранимся мы здесь.
Надеюсь, что вылетов не произойдет, но лучше постраховаться, конечно. Особенно, по-моему, баги происходили вот на этом самом рыцаре. Опа! А, голова не будет. А вам-то что смешного? Смешно, да? Опа! Все, больше не смешно. Так, здесь, что мы выберем-то? Ну, выберем, наверное, вот это. Прогнившее мясо появилось. Демонюги. Что же ты орешь? Опа! Да хорош! Совсем плохо стал. Кстати, да. Чуть было не забыл. Здесь огненный топор. Это для гнома. Странная комната. Что это за место? Оп! Но мой маленький плод. Вот это высерок. Вот. Не, ну конечно, огненный голем здесь прям стал выглядеть обалденно. Сэм! Здорово! Помнишь меня, нет? Помнишь? Опа! Тихо! Сэм! Ну что ты? Танцевать сюда пришел, что ли? Давай серьезно. По-мужски разберемся. Ну. Что ты? Ну это что, по-мужски что ли с тобой называется? Вау! Спокойно, Сэм. Не букуй. Сэм. Да хорош тебе уже. Опа, потрескался бедолага. Вот и мой писец. Получено данное достижение. Это Урий Сабрик, священный черный обсидиан и хранитель меча. Злобные последователи Кшатры, союзники демонов, продолжали процветать под властью темного божества культа. Ури Сабрик, черный обсидиановый паук, по-прежнему был скрыт, но теперь ему наконец ничто не угрожает. Теперь мы отправляемся в храм Ианны. Все у нас собрано. Все четыре драгоценных магических самоцвета. Даже все шесть рун собрали. Если кто вдруг где-то что-то не собрал, то в принципе будет возможность еще вернуться. И наверстать упущенное. Так скажем.
Что ты там уже падаешь? Пройдя через горы и степи, джунгли и пустыни, вы попадаете в тайную долину, где течет широкая река. Недалеко от ее берега стоит храм, лишь избранным удастся найти его. Ведь когда Яна произнесла свое заклинание, чтобы изгнать богов с земли, она хотела спасти свой храм от осквернения, потому скрыла его от посторонних глаз с помощью магии. Теперь Яна благословит вам, и, возможно, вы станете ее избранным и докажете, что достойны обладать мечом. Что ж, мы докажем это. И докажем это в следующей серии. А я желаю всем приятного просмотра, хорошего настроения, крепкого здоровья, не болейте. Берегите себя и ваших близких. Всем пока-пока. До встречи.